Всем привет. Привет. Всем здорово. Ребят, у нас уже воскресенье сегодня. Да. Конечно же, перья могут использоваться не только для демонстрации. Ой, у меня дофига работы. Также перья используются для полета. Только он меня обижал, а не я его, да. Вот так вот, он меня обижал. А ты не разобрался в ситуации. Не разобрался, ты несправедливо набросился. Ай, больно. Да ты отстань. А я при чем? Так а я при чем? Ну, слышишь? Ты вообще, ты понимаешь или нет, что я ни при чем? Иди сюда. Ты чего его жалеешь? Он же меня бьет. Иди сюда. А кто тебя кормил? А ну расскажи, а кто тебя кормил? А что ты меня сразу целуешь? А кто тебя кормил? А кто тебя чухал за ушком? А кто тебя ласкал? А с кем ты спишь? Со мной. А что? Не, со мной спит. Ну ага. Угу. А что мы отдельно спим? Ну что ты вот это вот? Ну не понимаешь, что так принято, мужик за мужика. Ну ты ж понимаешь сам, что ты в проигрыше, если ты защищаешь его, а не меня. Ну, прекращай. Все. У нас вечерние собачьи игры. У нас сегодняшний урок не урок совсем, мы сидим дома, валяемся, ленимся, ничего не делаем. Кушаем, играем, валяемся. Ничего интересного, короче. Сейчас с Ирой пойдем в магазин, скоро. Купим на следующей неделе покушать чуть-чуть. Чего, что ты жрать будешь? Значит, не ест, сам пойду. Куплю себе молока, булочку и буду питаться булочкой, молоком. Урок у нас действительно короткий, на выходных получились. Вчера мы вообще ничего не снимали. Да, если такой конкретный расслабон, ну плюс как бы не было настроения, Ира сегодня не работала. Я полдня спал после работы, а остальные полдня занимался уборкой квартиры. Хорошенько все поубирал. А сегодня мы целый день ленились, кайфовали, ничего не делали. Играли, смотрели фильмы. В общем, вот так. А сейчас у нас вечер, уже даже ночь почти. Почти 12. Я кушаю бутербродик с кофе. И готовлюсь идти работать. Но работа, слава богу, не на склад, а за компом. Мне неожиданно часов в 11 пришел заказ на Олексе. Сделать видео, там два проекта. Вот. Ну, мы обсудили задание, все, и мне нужно будет задать до 12 дня его сдать. Вот, поэтому сейчас приступлю к работе, у меня вся ночь впереди, и буду работать. Чтобы не уснуть, пью кофе. По поводу сегодняшнего дня, что у нас было? Особо ничего. Кстати, приехали мои родители, вернулись обратно. И в скором времени мы с ними встретимся. Может быть, даже на шашлыки пойдем. И все. Вот так вот сел, думал, что записать, а рассказать вам интересно. А по сути, нечего рассказать. Ладненько, тогда все. Сегодня так получилось, что был коротенький урок совсем. Завтра будет что-то по-другому, наверное. Завтра у нас уже понедельник. Ира идет с утра на работу, Ира сегодня в школу. А я только вечером пойду на работу. И, может быть, нам что-то поснимаем. Поэтому... подписывайтесь, ставьте лайки и встретимся завтра уже. Может быть, с утра, скорее всего.